по крайней мере, расчетное время написано 39. Теперь стреляю выше слова «сирты». Туда сейчас, ну как, будут лететь снаряды, но пока еще ни один не упал. Вот, оба-на. Тогда повторим. Издалека похож. Перехожу на фугасы. Хорошо, ну, как то... скажешь, мой генерал. Это. Вечерний джипик этот. Текстура у него, конечно, не четкие какие. Гриша, потихоньку к тебе приближаюсь. Хорошо. Короче, ты мне сказал заправку фугасами, да? Ну, я город уже обстрелял почти. Я воль, мой генерал. Как так? Камень-то. Те дома, которые с точками, они пали? Те дома, которые ты отмечал, они пали? Не открывай карту. Не надо. Я буду так делать. На указ. Поищу задание провалил. Это серенький. Пожалуйста, как новое задание вылезет, посмотри. Рядом с Гришей не было, ладно? Угу. Хорошо. А то и придется не только сирта положить, и нашего генерала тоже рядом с ней. Тридцать девять секунд. А. Я воль, мой генерал. Нуль-нуль. Да.
Лишь бы ФПС не просел. Остальное все херня. Ну мы же небо-то не снимаем. Зачем нам облака? Прорваться. Короче, там какая-то графа отвечает за, ну, за вот это, за пыль. Тудым-сюдым. Как она называется, Серега? Нет, я не знаю.